Приветствую. Я Бэт Компьютер. Но вы можете называть меня Пенни-1. Мне поручено завербовать вас в качестве членов рыцарского дозора, моей новой программы, которая поможет Бэтмену бороться с преступностью в Готэм-Сити. Как вы знаете, у Бэтмена есть доступ к новейшим, самым совершенным технологиям, которые он использует в своих отважных начинаниях. Члены рыцарского дозора должны знать о Бэт-гаджетах абсолютно все. Поэтому сегодня я предлагаю вам поговорить об одной из самых инновационных технологий в арсенале Бэтмена, о его термоброне. Дело в том, что Бэтмену нередко приходится противостоять суперзлодеям, которые умеют как следует задать жару, либо, наоборот, оказать весьма холодный прием. А иногда расследование Бэтмена приводит его в весьма экстремальные условия. Неважно, ходит ли Бэтмен по тонкому льду или оказывается в пекле событий, ему нужен костюм, который выдержит любые условия. Для этого Бэтмен разработал специальную броню, которая способна поддерживать комфортную температуру тела, чтобы ничто не помешало его работе. Для начала разберемся, как действует этот костюм. Изнутри костюм полностью теплоизолирован. Это значит, что он поддерживает более высокую или низкую температуру, несмотря на внешние условия. Это достигается за счет теплоизоляционных пластин, из которых изготовлен костюм. Пластины имеют ячеистую структуру, что позволяет замедлять воздушные потоки и поддерживать постоянную комфортную температуру в 20 градусов Цельсия. Пластины также легкозаменяемы, так что если костюм получит повреждение, Бэтмен с легкостью сможет его починить. Еще один ключевой аспект в поддержании температуры термоброни – использование медных проводов, которые с помощью низковольтного электричества нагревают либо охлаждают равномерно распределенную водяную систему. Дело в том, что вода обладает свойством эффективно поглощать и переносить тепло. Именно так ваши тела поддерживают свою внутреннюю температуру. Интеллект Бэтмена позволяет ему использовать знания о человеческом теле для создания технологий. Системой медных проводов управляет либо сам Бэтмен, либо я. Кроме того, в броню встроен свой собственный источник питания. Он способен надолго обеспечить работу брони в экстремальных ситуациях. Термоброня также вода- и воздухонепроницаема и имеет собственный запас кислорода, чтобы Бэтмен мог с легкостью дышать в любой среде. Такую же технологию используют аквалангисты, чтобы дышать под водой. И, наконец, термоброня оснащена термоперчатками, поэтому даже пальцы Бэтмена никогда не замерзают и не перегреваются. Так что он может метко бросать свои батаранги в любой ситуации. Встраивание технологий в собственные костюмы — это именно то, что выделяет Темного рыцаря среди других супергероев. А то, как он использует научные факты о повседневной жизни, например, как человеческое тело регулирует температуру, это потрясающий способ решать любые задачи. Внимательно приглядитесь к миру вокруг, и он подскажет вам, как стать героями. Вы можете в любой момент подключиться к системе, чтобы подробнее изучить Бэт-технологии в архивах Бэт-компьютера. Напоминаю, что вам доступен и другой контент про Бэтмена здесь, на канале DC Kids. Цифровые копии серий, представленных в этих архивах, доступны для скачивания от Warner Home Entertainment.